Твои очки выдержат или нет? Твои очки выдержат мой телефон или нет? Нет, наверное, да? Стой. Вот так? Нет? Нет, нет, не выдержит. Ладно, я так буду. Привет. Всем привет, привет, привет. Всем привет. Ребят, сегодня праздник, поэтому я немножко колу виноградный сок. О, отлично. Кальян еще подъехал. Супер. Давай его. Давай, попробуй. Я начну. Давай его. Ну давай, начинай. Начинай, только ты начинаешь, а я разбавляю. Всем привет, всем привет, 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 привет. Что поднимется? Что, ты где? Я в центре. Я в Минске. Вика дома. Хорошая. Нормально? Пойдет? Привет. Очки снять или одеть? Если одеть или не одевать? Я подстригся, но крепковато, по-моему. Чисто сзади обскупали. Да, да, спасибо. Что, бомба? Не одевать? Ладно. Класс. Ну давай. Задыми меня полностью. Бывай за место. Не одевать? За место. Привет. Спасибо. Всем привет. Мягкий, хороший. Мягкий, мягкий. Как дела? Скажи, с кем я? Это Юра. Это Юрий. Грузинский брат. Белый грузинский брат. Что за кафе? Я не знаю. Белая ворона среди грузинов. Я не делаю рекламу кафе просто так, причем. Ну, какой смысл? Нет. Я просто сижу в обычном месте. Как называется, не знаю. А, курима. Давайте разговаривать. Глаза болят, я не знаю, может быть, в последнее время теряю очень сильно зрение, ребят, и очки, когда не ношу, зрение настолько плохое, что я понимаю, что очень все плохо, я испортил его реально компьютером, да, не то показал, спасибо, сколько, я не знаю, Юр заказывал, сколько стоит? $10. Глянь, $110 стоит. Нормально? О чем будем разговаривать? О чем? Предлагайте тему любую. Привет. Давайте вы поспрашиваете что-нибудь интересное, я расскажу что-нибудь. Сегодня, кстати, день знаний. Кто пошел в школу, кто был в школе, молодцы. А кто там не был, ай-яй-яй. Привет, привет, привет. Всем привет, привет. Скоро в Москву, кстати. Кстати, скоро в Москву. Был в Саратове? Нет. Не был. А то не хочешь вернуться? Пока нет. Пока я тут и пока меня все устраивает. Солигорск ждет тебя. Солигорск? Что в Москве будешь делать? Не знаю. Во-первых, начну заниматься собой. Надо вернуться в форму. Я хочу за месяц прийти в форму. И у меня есть грандиозная идея, как это сделать. Поэтому я сейчас, кстати, поправился. После проекта пришел. Не знаю, это может быть какая-то расслабуха пошла. Я набрал
порядка 8 килограмм, да. На проекте я весил в конце, вот перед самым уходом, я весил 80 килограмм. Сейчас 88. Я хочу поехать в Москву и начать спортивный режим, буду худеть, буду с помощью одной продукции очень крутой. Спасибо. Зачем так похудел? Да неправда, нормально. Некрасиво. Вам видней. Всем машу, да, да, так. Ты расскажешь свою идею, как прийти в форму? Обязательно, конечно, расскажу. Все, вы что, ребят? Как не рассказать, это глупо. Что еще? Это секрет. Такая продукция. На самом деле, выгляжу худым. Не знаю. Мне все говорят, что я лоб морщу, да? Прям такие полосы жесткие. Это стрёмно. Но я же чувак, мужчина. Да, то Рогарахар. Карга, спасибо, все хорошо. Дом, не думайте идти с Викой? Пока нет. Мягкий. Нравится. Привет, Астрахань. Астрахань, привет. В каком месте находишься? На Забицкой, в городе. Попытайтесь где-нибудь сесть, там вот ближе к центру, невозможно, просто нереально. Мы и тут вообще случайно, блин, держали место для кого-то, и типа мы просили, и нам дали, ну отдали. Ребят, давайте поговорим о чем-нибудь. У меня сегодня такое настроение, я сегодня немного под настроением за вас, родных. Две трубочки не люблю пить, как гей какой-то. Мужики пьют со стакана. С проекта общаюсь с Грицом, с Саймоном, на проекте Сараем. Привет, привет. С кем еще? С Кудряшовым, с Давыдовым, с Болинской. С кем еще? С Белусом. Много ребят, с кем я общаюсь нормально. Я бы хорошо, у нас отношения хорошие, но почему-то как-то мы не переписываемся, не знаю. Я написал пару раз, что-то я бы меня проигнорил. Может, обиделся на что, не знаю. Тут махали. Ребят, у меня кулон крутой. Клык тигра. Нет, тигра, волка. Привет, Оренбург. Оренбург, hello. Как ты пришел с Болинского? Не все хорошо, скоро в Белоруссии приезжают. Ну, не знаю, успеем мы встретиться или не успеем. Я уеду в Москву, либо они приедут, мы успеем стыковать. Значит, мы потусуемся. Если нет, то сорян. Спасибо, кстати, что выходил в прямой эфир от Сади Вити, и было весело. Да, мне все писали, что... Ну, во-первых, я очень сильно проспойлерил, потому что многие... не снимали, и там же задержка неделя. Многие только через неделю видели, и меня ругали сильно. Где Вика? Привет из Истры. Истра, привет. Вика дома, не знаю, может быть, приедет, может быть, не приедет. Что думаешь насчет Оли и Грица? Так. Оли и Грица. А Вика причем? С Викой что? А что думаешь с Викой? Короче, не суть. Я думаю, что то, что сейчас происходит у Оли на замуж за Бузову, там ни один кандидат, не кандидат, даже близко не Гриц, и даже близко до Грица, каждому из них, из парней, кто находится сейчас на проекте «Замуж за Бузову», ни один парень по харизме с Грицом тягаться не может. Ну и по визуальным данным, там что-то я красавчиков не видел, не знаю. Что касаемо отношения Оли, я думаю, что Оле нравится Грица. Я не думаю, я уверен, я видел, как это все происходит. Ребят, когда наблюдаешь вживую, когда смотришь с экрана другой, когда видишь вживую, как они общаются, даже нет камер, но я думаю, что там что-то да будет. Попозже будет однозначно, я уверен. Клык даю. Мой муж по тебе тащится. Мужу привет. Так, другу привет, который я. Друг. Всем привет.
Так, что дальше? Тата и Валера будут вместе? Да. Я говорил Тате, что когда мы тогда вот на свадьбе были, говорит, Тат, блин, Валера вообще бомбовый чувак. Мы с ним, между прочим, очень хорошо общались на проекте были. И Валера нравится мне по духу близкий в плане. Мне нравится взгляды его, нравится, как он говорит. И вообще я не понимал, как Тата могла, как вообще у них могла ссора быть. Я там какие-то чуваков приписывали. У них все хорошо будет, я уверен, все классно. Покажи тату у друга. Что? Тату, покажи свое бока. Какое, у них много. Подними майку, ну подними рукава. Друг забит в стиле японских якудзе. Балийский стиль, Бали. Балиан. Странный вопрос, почему так мало? Я не знаю. Кудряшов? Почему Олух? Кого я ругал? Я что-то не понял вообще, я прикол. Ну, пока нет. Привет с Карабаха. Карабах, привет. Горный Карабах. Что, еще на дом 2? Пока не хочешь. Пока нет. Ну, все. Так, взяли вы вместе. Ну, они пришли на проект. Я, как бы, как знаю, похорошел. Был плох. Был плох. А? Привет, Тюмень. Беларусь лучше, чем что? Скажи на грузинском что-нибудь. Камарджоба, геназвали. Капулиха. Привет. Нет, что нет. Брест, привет. Познакомишь меня с Викой? Ебко. Привет из Добруша. Добруш, привет. Ты чё мне привет не сказал? Говорю привет. Здорово. Здорово. И все, что и все. Ты где? В городе. Так нравится, как подмигиваешь. А так? Блин. Вязьма, привет. Стал еще лучше. Лучше в чем? Визуально? Хороший клер. Привет. Привет, где Вика? Как Вика? У Вики все хорошо. Хорошо, спасибо. Ну, на самом деле, я считаю, для мужчины очень важна харизма. Не так внешне он должен быть красив, как должен быть харизматичен. Если человек харизматичный, он еще веселый. Девушка! Девушка! Сейчас. Звука нет? Вообще звука нет? Звук, звук, звук. Где звук? Как звука нет? Девушка, а можно еще, пожалуйста, одну такую? Спасибо. Без кикола. Звука нету, реально? С праздничком, Белесова, с праздничком. Вы же с Викой вместе? Давай как-нибудь Истру. Истру? А, город Истра, да? Правильно я понял? Не знаю, посмотрим. Ну, есть звук, чудо обманываешь. Я не знаю, ребят, я в Назыбицке, зыба, я в Зыбе. Мы сели там, где были места, мы ходили, гуляли, спасибо, звук есть. Ходили, есть звук, спасибо. Хорошо, спасибо. Бурятия с вами, Бурятия. Не знаю, мало стали смотреть, видимо, я уже не нравлюсь никому, потому что мало смотрите. Наверное, все. Чудесно. Ну, на самом деле, я, наверное... Чего тебе столько много сердечек шлю? Не знаю. Вообще, наверное, надо вести Инстаграм. Тебя так любят. Да, мало зрителей. Вы так любите его. Смотри,
Наверное, когда ты в Инстаграме часто посещаешь, часто там скидываешь истории, людей много, когда немножко забиваешь. Когда забиваешь немножко, не забиваешь, но Wi-Fi, видишь, все это равно слабит. Видимо, много людей под Wi-Fi. Под Wi-Fi. Хорошо, а буду чаще ходить. Я вот что, Олег. Это собрание, ребят, собрание подписчиков. Ребят, я вижу, что он собирается, поэтому я вас всех люблю, обнимаю. Давайте, наверное, я скакиваю, короче. Еще увидимся. Пока. Всех люблю.